Удобство и доступность медицинских услуг для жителей всегда были предметом пристального внимания подмосковного правительства. Поговорить с врачами и пациентами, увидеть слабые и сильные стороны системы здравоохранения – вот главная цель нынешнего визита в Видновскую районную клиническую больницу. Таблетки вам какие-то выписывают или просят сами купить? Нет, таблетки я получаю здесь, укол здесь, капельницы тоже здесь. Всего месяц назад ВРКБ закончил работу в качестве ковидного госпиталя и начал функционировать в штатном режиме. Сейчас здесь начали внедрять систему электронного документооборота. Как продвигается процесс, также интересовал представителей областного министерства здравоохранения и первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Врач на компьютере выписывает в ЕМИАСе анализы, приходит сюда на компьютер медсестре, соответственно, она распечатывает штрих-коды на каждую пробирку и относит в лабораторию. Система ЕМИАС действует в Московской области около 2 лет, и если поначалу можно было только записаться на прием к врачу, то в настоящий момент ее возможности стремительно расширяются. Уходим от бумажного документооборота в сторону электронного и наладка этих систем, так, чтобы они были все адаптированы друг к другу, это очень непросто, и поэтому здесь, конечно же, могут быть какие-то сложности. Это в данный момент, на момент старта, он, конечно, этот процесс такой достаточно емкий. Посетила делегация и Видновскую поликлинику. Надо же записаться через терапевта. Ну, давайте к терапевту. Терапевту. Так, терапевт у нас. Вот у нас есть запись. Вот время. На сегодня можно... Недавняя реконструкция здания поликлиники преобразила ее как внешне, так и внутренне. Все собравшиеся отмечали, что теперь получать жителям медицинские услуги куда удобнее. Вы хотите записаться на специализацию? Да. Да, можно пройти сегодня. По номеру паспорта. Да, без полиса, по номеру паспорта можно списаться? По паспорту можно. Давайте. Не случайно Видновский поликлинический комплекс стал предметом внимания высоких гостей. В настоящий момент областным министерством здравоохранения реализуется проект «Поликлиника перезагрузка». Он инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Видновская поликлиника – это один из пилотных проектов, по сути, который реализовал ее более полно на данный момент. Поэтому мы приехали сюда посмотреть. Есть, конечно, еще над чем поработать, но мы сегодня посмотрели, как у нас работают кабинеты забора крови, как у нас работает кабинет неинфекционных хронических болезней. То есть все те проекты, которые мы реализуем в области, мы посмотрели в одном месте Видновской поликлиники. Также гости проинспектировали строительство амбулаторного блока. Его будущая площадь – 600 квадратных метров. Учреждение начнет работать в ноябре этого года. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.